Ну, я считаю, что важно, потому что у нас постоянно как-то говорят, что проблемы там с психическим здоровьем, еще с чем-то, потому что из-за проблем, стресса и других факторов вполне это является накопительным эффектом, который и взаимодействует на наше эмоциональное, так скажем, здоровье, оно и на физическое, то есть там усталость, еще что-то, и тогда уже ничем не хочется заниматься по логике. Я думаю, что это очень важно, потому что немногие люди подозревают о своих проблемах. Это может обеспечить как комфортную жизнь так самому себе, так и окружающим. Если люди скрывают, люди, допустим, стесняются пойти, но если бы это было в поликлинике, я так думаю, что люди бы пошли, потому что у людей внутреннее есть, что они психологически не могут справиться, а куда-то пойти они не могут. Но в силу того, чтобы даже записаться, вот сейчас, допустим, но люди, вот, допустим, моего возраста, не все, допустим, могут онлайн там как-то с телефоном владеть, чтобы записаться. Психолог, по-моему, вообще не врач, а так пустая затея. Есть психиатр, это врач, а психолог – это болтун, деньги, которые клянчат. В ОМС их включать ни в коем случае не надо. Психологов считаю, что можно вести, почему нет, чтобы понизить какую-то напряженность в общественном слое. Люди будут приходить, и нередкие случаи, что происходят какие-то стычки, недопонимания, и сразу можно обратиться к психологу по той или иной причине. Я думаю, что да, важно, потому что сейчас психологическое состояние у многих людей очень такое, депрессии. И я думаю, что кому-то они помогут, эти психологи.